Смотрите на нас, и будьте счастливы. Ассистент, ну? Да. Скажи, я помогу. Ты будешь фоткать? Ты скажешь, когда? А запускать как? Продолжим. Праздник идет. У нас спокойное, свободное время. Никуда не торопимся. Да. На свадьбу все успели. Эй! Ай, мады! Ничего страшного. Кричать или не кричать? Кричать. Там пустой зал. Да, вы можете выходить. Мы можем кричать. Да. Вы нас куда? У кого? Это. Да. Это ваше? Да. Сейчас зум будет. Да, я все понял. Я лишь вопрос. Уважаемые гости, я рада приветствовать вас в этом зале на торжественном событии – церемонии бракосочетания. Встречайте, Станислав и Оксана. Сегодня вы начинаете свое произведение искусства. Оно уникальное, сокровенное. Только ваше, нежное именуемое, семья. Для этого у вас есть все необходимое. Уверенность в глазах. Любовь в сердце и взаимная поддержка. Предыстория написана. В этот волнующий момент позвольте спросить вас. Является ли ваше желание стать супругами?
взаимным и искренним. Прошу ответить вас, Женя. Да. Ваш ответ, невеста. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право брак зарегистрировать. Приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака. Так, чтобы мы вас видели гостей.
Где вы увиделись? Сколько лет не рядышком хочет пофотографироваться, и постепенно мы соберем общую фотографию. Родители, встаньте. Пойдем сюда, родители тоже встаньте и пойдем. Чуточку вот так подвергнуть, немножко под свет. Нам удобнее было. Скажите сиськи. Хорошо, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста, общую фотографию сделать, да? Подходите, подходите, давайте сфотографируемся и пойдем. Продолжи снимать, а потом подойдешь. Можешь оттуда снять. Не-не-не, ровно, вам нужно ровно. Владимир Викторович. Девочки. Угу. Так, ура! Ура! Еще раз. Ура! Все. Сейчас ждете. Стойте. Вот так. Понял. Мы приехали сюда, девочки. Так. Все помахали. Ай, хорошо. Еще. Еще разочек. Эй! Есть? Так. Да. Пожалуйста, все подходите, подходите, все гости, все вместе. Оставайтесь на местах. Оставайтесь. Пожалуйста. Все гости, пожалуйста, проходите. Со всеми вместе еще одну фотографию давайте. Пойдемте.
Вот так. Проходите, ребята, проходите. Да, давайте, давайте. Так, и сейчас на счет 3-4 горько! 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 Ура! Ура! Акцент. Поздравляем вас с праздником. Спасибо. Счастья, здоровья и радости. Спасибо. Спасибо. Невеста. Ну чуть-чуть. Давай, 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 давай. Как покрутить? Прям взять и один наоборот сделать. Ура! Ура! Горько! Успокаивай. Все, можно? Вот это вот. Можно. Дорогая Оксаночка, дорогой Стас, вас так поздравляем. Так вместе с вами радуемся вашему событию. Для Оксаны сегодня, наверное, больше, чем для Стаса, волнительно. Сегодня она становится не только женой, но и входит в новую семью. Она так любит тебя, Стас, поэтому решила взять твою фамилию. Теперь она Оксана Поклюбина. И сейчас мы с удовольствием предлагаем с легким сердцем прощаться со своей девочкой. Держи. А мы тебя поддержим. Обратный отчет с гостями от 5. 3-4. 5-4-3-2-1. Что теперь? Полетела за кого? Полетел. И ручкой помашите. Хорошо. Да. Праздничное, праздничное настроение. Все хорошо, все хорошо. У нас свадьба. Ксюха со Стасом расписались. Все хорошо. Можно пожелания какие-то сказать? Счастья, здоровья и деток побольше. И побыстрее. Все уже готово. Что пожелаете молодым? Счастье? Что еще можно пожелать? Всего хорошего, чтобы жили вместе. Да. Долго. Долго и счастливо. Главное, да. Нет, сейчас, короче, к Матроне. О. Это опять вот этот чертовый перекресток. Знаю, все тут я уже знаю. Если бы он сказал, что... А вы все думаете, они молодые, молодые, да? Счастья большого, любви и верности в наше время. И денег побольше. Все. Да, у них другой день рождения. Верочка, помаши всем нашим. Привет, привет. Всем нашим привет. Вера всем передает, одноклассникам привет. Они за нас держат руки. Всем привет. Да мы не с тебя смеемся.
Вам на вас тоже скажу.